происходит, продолжает летать. А когда уже второй раз сбивали, то уже это не летчики, уже в небо не затащит. Вот, это героические ребята. Я потом посмотрел, как-то перелистал свою толстую книгу «Афганский дневник» и понял, что из тех, о ком я писал, и с кем там достаточно много летал, больше 2/3 погибло. То есть из 15, по-моему, там где-то 11 человек погибло. Из тех, с кем я летал, представляете? Беснуются области над головой, дрожит рукоять управления. Заходишь от солнца, и дождь живой, сверяешь с наземной тенью. Берешь на себя, все берешь на себя, за все отвечаешь исходы. Железная птица покорно друга, соскальзывает с небосвода. Пробита обшивка, разбито стекло, ты не стойко погнута, но ты приземлился, тебе повезло, тебе и в пехоте кому-то. Он ранен, тебя посылали к нему, ты сел под обстрелом на скалы. Железная птица в сигнальном дыму с гранитным сливась пьедесталом. Погрузка окончена, двинут шаг газ, с трудом отрываешь машину. Ты в небе, ты выжил, и ты его спас. Бойца с безымянной вершиной набрал высоту, оглянулся во всех. В парках не кивнул, все в порядке. Летит вертолетчик, живи, человек, счастливые ребята в посадке. Берем на себя, все берем на себя, за все отвечаем исходы. Железные птицы, покорно трубя, летят посреди небосвода.